Недавно в Ривервуде. Если ищешь работу, поговори с Кодом на лесопилке. Тебе от меня что-то нужно? Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, неважно. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. Деревенька у нас небольшая, однако лентяев не держим. Вот он секрет обрёдет. У меня собственная лесопилка, и жалование я плачу прилично. Если тебе нужна работа, поговори с моим мужем Ходом. Нужно что-то. Оргнар! Оргнар! Ты слышишь меня? Тебя трудно не услышать. Эль скоро испортится. Нам понадобится новая партия. Ты слышал меня? Ага. Эль скоро испортится. Значит, со слухом у тебя все в порядке. Просто сделай так, чтобы мы получили новую партию вовремя.